Да, напомню их. Они вот здесь где-то висят, по-моему, в этом сообществе. Правила, они называются безопасности или называются правила групповой работы. Все равно. Групповое соглашение. А, групповое соглашение. Если надо, повесим сейчас. Я думаю, что, да, что большинство знает, и, в общем-то, в них нет ничего такого. То есть мы говорим по очереди, слушаем друг друга. Мы говорим и что-то проживаем здесь, и никто не знает. Как и вообще на самом деле, мы выйдем на улицу и встретим другого человека, мы не знаем, какие следы это принесет. Но здесь просто еще специальное пространство для этого, поэтому может быть концентрация вот каких-то откровений, и тем более тема, связанная с болью, так или иначе. Вот сегодня особенно. Вот на осени, там может быть что-то будет, но будет мягче. Но здесь специальная просто тема, которая связана с болью, поэтому я как-то хотела бы особенно вот этой вот безопасности посвятить. То есть мы не выносим из группы вовне то, что происходило здесь. Мы можем говорить о себе, о своих переживаниях, кому-то, кому мы захотим, кому мы тоже доверяем, да, но мы не можем говорить о переживаниях другого человека, описывать, да. Все согласны с этим?